2000 на какие-то. Да не, лучше сам. Пошли, пойдем, я тебе ножик скину. Я, кстати, белого медведя видел. Давайте сейчас на ивент проеду. Кстати, слушайте, я сейчас на медведя, меня могут... Кстати, так что там за скин? Нет, ты не сможешь заехать сюда, там закрыто. Не газели, там стрелять начали. Колумбай. Нет, там просто там что? Я такой, как будто бы выстрел был. Типичный наборный ивент. Получается, при невыполнении действий путь убран из ивента. Да. Покажу, думаю, на Мавроде. 50 тысяч, либо охуенный транспорт, либо дом. Или же на 15 игроков. То есть 30 тысяч или машина. Да, бог, я потом решу. Вот такие. Да, выйдет, и уберет вас нахуй. Извините, у меня глайдер украли. Тем похуй. Внимание, поздравляйте, Борщан спас вашу жопу. Теперь у вас плюс либо 50к, либо охуенная машинка, либо хата. Ура! Ура, ура, можно будет купить 5 бананов. Так, ладно. У меня вот самая адекватная команда. Да, фиолетовый? Да. Чё, умный самый, да? Я выбрал. А, ещё смотрите, голос летит. Ну тут, конечно же, выбор большой. А, Тони, иди ко мне. Ой, Тони, иди ко мне. Ты, Тони, не Джонни, а Тони. Давай играем. Ладно, ладно. Я тебе буду подсказывать, как выбирать. Что это, блядь, за ультразвук был? Давай. А потом мы... Это был мой внутренний голос. Прохор. Вы, блядь, просто людей своих. Кто такой Прохор? Прохор. Это я. О, Прохор, иди сюда, ты, наверное, хороший. Да, 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 да. Еще поездить. Скажите, идите туда, останься. Вон, видишь, я почти стоит. Вон. У него самолет не заложен. А, ты? Данил, давай иди сюда. Слушай, ты, вы лучше самолет закройте. А то я его украсть могу. Да, вон, Громов, последний из нас. Ну, Громов, он стоит. А, так он для нас открыт, как для этих. Громов. А, для вас. Ты что, в такой, кто такой? Ты, Громов, скажи что-нибудь. А, кстати, да. У него какие-то проблемы, он голос говорить не может. А так, в Дискорде... А давайте потом, когда Мавроди не будет чекать за себя. Пошли, Громов. На Мавроди такая проблема, он открыт для... Кто хочет гамму? У меня будет самая взрослая и адекватная команда. Где Тони? Пошли. Хоть Тони, иди стань тут. Пацаны, а... А выходите из твоих групп, окей. Да, меня все. Ладно, давайте, пацаны, выйдем из группы на время. Так, я выбираю. Выйдем на время, на время выйдем. Итак. Мальчик хочет самую популярную СМС-команду. Карл, тебя украли, я не виноват. Блин, ты? Кумба, не, пошли, Джо. А, ну? Россия. Это последняя вообще самая, самая жирная. Вот только до этого дебила избавил. Да ну, я тут упал, ну Христа ради, не надо меня сюда. Итак, выбор такой. Не, мы садимся, нет, час. Я тебя ненавижу, попчик. Да, давайте. Уже, блядь. Эти бутылки слишком придурки. Это, короче, как гащемучи, когда они кулаками все... Рождённый, побеждай! Тут уже всё. Кто мы? Ты самый адекватный, пошли, Джонни. Давай, входи в наш кружок. Welcome to the club, buddy. Вот так, осталось три человека. Денис, он странный, его... Да, у тех чуваков в клуб... Тони Бамбу, ты на ноги, там похуй. Да, ну и мы там уже... А чё их так много? Надо спросить, а вилку можно тыкать? Жульники! А вилку ты можно? Они просто очкошники. Да ничего, у нас огнестрел есть. У меня тоже есть. Так, смотрите, наша задача, как что сделать? Не знаю, мы сегодня мы уже в группе, поэтому переключаемся в группу.
Цвет форм. Какая у нас форма будет? Форма какая? Черная. О, давай какой-нибудь там ингачмучи. Адики, адики, давай какой-нибудь там ингачмучи. Да, давай, видишь, там ремешки. Всем адики давайте. Адики, ребята, это говно еще. Нет, там есть такая адики, давай, и белая кофта с потрачкой. Понимаю. Чувак, у нас, конечно, просто кепки будут. Я как зам по зубам рекомендую максимально гейскую форму. Я им сейчас мониторы сожгу. Короче, выбираем фиолетовую, да? Нормально будет. Фиолетовые кепки. Давайте. Фиолетовые кепки. Знаешь, ты не то что нас слепишь, ты сначала попадаешь на этих. Слушай, слушай, лампочка закрытая. Можно прозакрывать? Страха нет. Слышно, машина? Я за рулем езжу. Попробуй за локоть, только попробуй, тварь. Только попробуй. Пацаны, вы! Убери эту шапку. Ну идиоты! Оркен! Это боковая стенка на боковую часть. Я себя стрельбу из автомата. Блин, у меня сейчас на счету 20 тысяч, я не хочу такие данные. Так, мальчики, мальчики и девочки, приготовьтесь. Так, гачемучи, первым делом мы не агрессируем, мы просто входим, начинаем они харать. Если ты умираешь раньше меня, ты кидаешь мне 20 кэсов. Просто у меня 500, как бы мне насрать. Арай, говорит, какие неплохие. Короче, забим. У меня нет места, чтоб снять броник. Пусть бьют в голову мне. Кидай 18, чтобы у тебя скиллы. Ах, тебе нет, я сразу после 20-ку. Борщ, у меня 19 пыков. Лёш, фонарик, вырубил. Борщ, у тебя будет место, чтобы... мои вещи, которые в бронике. Ты ещё не так уж важно. Не доставай. Да. Если ты его просрёшь, то я сам у тебя буду штраф. Он любит тебя, чтобы я стал броник. Да всё, ну поехали, надоели. Мне тоже нужно забинить команду, подожди, пей, напиши. Борщ, у них должны быть голубые темки. Чё ты должен выбрать? Один бакс на чёрке, да. Потому что бывает не кидается мне именно. Я сейчас в небо поставлю. Зачем ты? Подбери всё. Да забейте, он в небеса пострелял. Всё, давай. Теперь я бинжу сюда 19. Да? Я их так запугал. Всё. А как их делить? А вот он дунул, видишь, и глаза красные. Точно таким же забил он еле пить. Брохар, ты самый умный, что ты подопал? Хотел что-то украсть? Я посмотрел, что вы делаете. Вор говна. Итак, все делаем эмоции вот такую. Вот, у тех, кого там, да, хорошие. Вот такую. Вот, у кого золотые, делайте такую. Нифига себе, у нас бутилка. У нас бутилка в тебе, не то что у вас. Обычно вроде бы вот такие. Есть у вас эмоции обычные? Нет у них команды на геев попозов. Раз в геев зеленым, раз в геев звезда, раз в геев черным. О, привет, Борщ. Э, у кого-то золотая есть, вот это ставьте. Почему с один какой-то красный? У кого есть золотая? Черная. Борщ, почему в той команде люди крутятся? Это спиннер. А давайте тоже крутимся синхронно. Давайте в правую сторону просто крутимся. Дебилот. Мы с провокаторами. Все крутитесь. Мы провокаторы. Вот это из как... На глаз. Это единого можно остановиться. А, ладно. Стоп. Он хочет скрин делать. Не крутитесь, оставить, не крутитесь. Один челик под ником Ярик Вадилович начал крутиться. Я сказал, потому что мы этого на... все начали борща. Крутиться. Так кто меня встал? О, безумно можно быть первым. И мы настраиваемся на жесткую заруку. Получается, мы русские, да, с нами бог. А я-то жить, что делать? Тони. Ты будешь как Тони, только ниже ранга. Посмотрите на меня в бинокль. Один... Кто-то джек. Пиздам он могу где лампы жопу. Тони, выходи сюда, объясняй план. Слушай, не чужик. Я со джека слегка. Не, просто у меня девочка. Слушайте, смотрите, в этих черных кепках, если ничего не жалеете, можете... А, сука, они напали, убивай.
Всё, пофиг на план, просто ебать. А, помогите, меня ебашит. Не хочу драться, не хочу драться. Просто драться. Всех мочите, пацаны, все до единого. Давай, Филетов, с тобой. Ебать, черного бьем, черного бьем. Нет, я вижу нашу, он нас убивает. Я не жизни точно так же. Сейчас, да, блин, это что-то. Ой, серьезно? Это самое чувство, когда все ОПГ группировки сейчас тут сидят. Лох. Да. Я похилился. Я не отдам хлеб, я голоден. Эй, забейте. Пацаны, те, кто живые, давайте деремся. А? Мы не можем проиграть. Мы нахрен закрыли машину, я бы в них на машине ехал. Лё, твоя в тилю. На, в голову зарядил. Ес! Вон, давай, вот это вот нажимай. Не, не доби... Не знаю, сейчас посмотрим. Председатель, пожалуйста, мы убили. Братья, давай. Нюхуй, на, тупо, на. У нас тут главу убивает. Насрать. Ебать их много, алё. На, бомжу, заряди, выбью. Трое на одного, тут еще один. Пацаны, у нас все непосредственно пошло. Походу поиграли. Трое. На, заряди, убил, нет. Минус один, ух, как у меня голову ему схвачено. Добейте вы его, он один остался. Нет, ебать, трое он по мной бегут. Че я их хочу? Он где-то тут лежал, так что. Не знаю. Где ты нашёлся? Да. Он не ушатал ещё. Как в этой траве может ещё кто-то ушатать? Ой, а, в смысле, Владислав? Давай пили его! Толпой, тупо толпой. А у них один остался, чё там? А кто у нас это Владислав? А, с толпой на одного, крысы! Там все на остальных. Это ты, Джой, серьёзно? А, в голову выдал, хорошо. Это ты! Чипы забили. Минус 25. Ебать, блядь. Последний. О, крылья. Самолёт, ебать. Итак, здравствуй, дорогой зритель. Надеюсь, тебе понравилось мое видео, и ты поставил ему лайк. Но также я посмотрел статистику и узнал, что более половины из вас смотрят мои видео без подписки. Я был бы очень благодарен вам, если бы вы подписались на мой канал. Ведь это ничего вам не стоит. А мне сделает очень приятно.